Как он вообще сюда попал? Откуда здесь этот котенок? Братик, ну, я не знаю, возможно, даже по переходящей, по перетому самому. Здесь у нас три взрослых, да, Вов? Кота? Да. Ну, да. Возможно, даже и с той стороны приходят. Ну, по крайней мере, у нас их тут пять. Было с Малку, Будочка, все каждое утро мелкие вот такие ходили. Ребята смотрели, расцветало, чтобы никто не ползал, где ничего. И у нас был еще один котеночек тут маленький, там кошка дальше провела, и он просто выпал. И принесли тут, кормили его, взращивали. Можно сказать, ваши талисманы? Тоже, да. Ну, можно сказать, да, наши бойцы. По ним ориентируемся, по всем.